Всем привет, я Донис. Мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. Мне в комментариях Битроник написал, что я профокапил, пропустил крутую броню. Поэтому надо будет за ней вернуться. Находится она, ну, либо задание к ней, в той самой первой пещере, с которой все начиналось. Но сначала надо завершить это задание основное. Люди Нора, скоро мы начнем. Очистите сердца. Сегодня мы будем замаливать грехи, которыми навлекли на себя эту беду. Когда раздадутся голоса матриарха, мы примкнем к ним в песне. Ух уж эти фанатики. Но это добрая фанатичка, это баба славная. Бабушка. Это что у него такое? Копья метательные? Прикольно. Какие фигуры прикольные, деревянные, да? Сложные. Не просто такие вырезать. Вообще красиво все это, мне нравится. Если богиня услышит, как сильно мы сожалеем о нашей слабости, то смилостивится над нами. Просто так осколки дали. Нормально. Она многих спасла. Повезло нам с ней. Это он про нас? Наверное. Слышала Элои? Не могу, когда она справа идет. Тут не могу. Наверное, это только я такой. Мне надо, чтобы или по центру был персонаж, или слева. А что это за сооружения такие? Типа строительных лесов. Дозорные, наверное, башенки такие. Нам надо поговорить с Решем, новым вождем. Дозор матери. Я слышал, как закрыли границу. Я думал, это хорошо, но не в этот раз. Элой! Девчонка из зла идет. И бой себе. Кто там кричит? Элой! Говорят, а, это кутюрье! Тэп? Хвала великой матери! Ты жива! Откуда он взялся? Прорвался сквозь врата объекта. Ходили слухи, но не знал, можно ли им верить, пока не увидел. Так рад, что ты жива. И ты носишь тунику, которую я для тебя шил. Я польщен. А какие слухи ходили? Что тебя ранили, и ты при смерти. А потом высший матриарх Тирса настояла, чтобы тебя отнесли исцеляться в гору Великой Матери. Сколько было шуму! Туда ведь никому нельзя, кроме матриархов. Но ты заслужила честь. Выжившие рассказали всем, как ты за них сражалась. Там я не одна сражалась. Да. Они рассказали про Баста с Валой. Да. И Раст, кто меня вырастил. Он спасал меня и погиб. О нем вроде бы не говорили, но я его помню. Он был с тобой, когда ты меня спасла. Я помню, он тогда заслонил тебя, когда мой отец стал кричать. Ведь его смерть не была напрасной, Элой. Он спас тебе жизнь. Да, мы так мало знаем про Раста вообще. Столько информации. Столько тайн он унес с собой в могилу. А ведь он интересный был. Вообще классный дядька. Мне надо за врата. Ты хоть представляешь себе, насколько там опасно? Мне нужно пройти. Тогда обратись к Рэшу, он на стене. Это наш новый вождь, но я не уверен, что он поможет. Чем объятия так опасны? Убийцы еще там? Нет. Давно ушли. За ними отправилось войско, но угодило в западню. У них какая-то власть над машинами, как зараза.
которая заставляет повиноваться. И эти их машины теперь рыщут в объятиях? Да, они там есть. А за пределами дела обстоят гораздо хуже. Поверь мне, сейчас не время для путешествий. Почему Рэш не поможет? Ну, он говорит всякое про тебя. Что я безродная шваль и изгой? В таком духе? Да. Я не рад, что его выбрали вождем, но Сона не вернулась из похода. Говорят, что она пошла по следу убийц одна. Кто это Сона? Сона была вождем, но после сражения она пропала. Ты не видела ее в сердце матери? Высокая, худая, темнокожая, с белыми волосами. Ее дочь проходила инициацию и погибла. Вала ее дочь? Да, была. Хорошая. Это точно. Блин, и Вала погибла, это хреново. Вала мне очень понравилась. Но есть такое мнение, что во всех хороших фильмах обязательно умирают темнокожие. Видимо, в эту игру то же самое перенесли. Ну, жалко, ее очень жалко. Она поддерживала Элоя. Можно сказать, лучшей подругой стала. Почему у тебя лук и копье, Тэп? Ты же швец, а не воин. Наши воины все мертвы. Или ранены, Элой. Кто-то должен стоять в дозоре матери. Вот я и вызвался. Ничего, справлюсь. Мне главное, чтобы не пришлось идти по пути испытаний. Мне пора идти, Тэп. Береги себя, Элой. Ну ладно. Вообще хорошие люди тут живут, в этой деревне. Может, слишком религиозные, прямо фанатики такие. Но... В общем, хорошие. Великая мать, умоляю тебя. Вот чем хорошо лутание в таких играх? То есть ты лутаешь, и у тебя в голове постепенно откладывается вот этот диалог. Прогоняешь его как-то, поэтому это полезно. Так, хотя бы секундочек 10 что-то прособирать. О, припасы, ты смотри. Спасибо этим щедрым людям. Сейчас, а какая сволочь украла у меня тут все? Спасибо добрым людям. Во всей деревне прошелся вечером. Спасибо этой деревне, на утро просыпается. Нас обокрали. Не нападут на нас снова. Очень на это надеюсь. Надеяться, что нападут, чтобы отомстить, да? Понятно. Ну, у них, конечно, ошибка была, что они в атаку пошли. Это было глупство с их стороны. Ладно, все, полезли. Откройте врата. Ой, ты он! С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? Его назначили вождем. Это очень плохо. Меня выбрали искателем. Открывайте! Тебя? Искателем? Тирса и Джеза ополоумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие, и теперь наши дети в каменных курганах. Ты никто! У тебя что, сердца нет? Я сражалась рядом с ними, плечом к плечу, спина к спине, до самой смерти. Был бы среди них истинный Нора, всадил бы стрелу тебе в спину. Ах ты скотина. Рэш, уймись. Молчать. Я ваш вождь. А я искатель воли высших матриархов. Открой врата, и я отсюда уйду. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Как вы такого избрали? Что это? Хоть не плюнул, я уже думал. Это машины, наверное. Да. Ну ничего, порезвимся. Это что-то новенькое. Демон!
Тревога! Demons come for you. А что он сделал? Он убил этих всех машин? Он подчинил их, наверное. Великая мать! Что он с ними делает? Подчиняет их. Холера. К оружию! Глазик надо, глазик. Что за беду ты навлекла теперь, безродная? Убейте их! Убейте их всех! Воины, приготовьтесь! Сегодня мы сразимся с проклятием! С демоном! Великая мать, дай нам сил! Ой, чё я туплю? Сейчас начнётся. Надо... Вот он. Ой, неудачная. Атаку! Осторожно! Бегуны взбесились! Холера. Так, вспоминаю, как тут двигаться. Они, возможно, и сильнее еще стали. Просканировать надо. Ага, вижу. По баллонам его, по баллонам. В тазик. Ракетную установку. Так лечиться. Дело хреново. Так, 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 так. Надо поменять лекарство. У меня усиление там есть какое-то, по-моему. Вот. Ой, не то. Это ракетомет у него. Сколько стрел там уже в нем. А ему хоть бы хны. Ну тварь. А, это на F, вот. Так, возьмем-ка мы огненные снаряды. Вот так вот, дружок. Ну, ори. Зараза. Да, не просто. Так, лошадок поубивали. Нифига себе, засадил. Как так? Какой мы вертливый все-таки. Не нравится? Блин, отпрыгивай, он все равно попадает. Сторону, блин. Так, камушками я не вылечусь. А, ловушки еще есть, кстати. Нельзя давать им шанс уйти. А что значит недельку не поиграл? Немножко подзабыл. А ничего, сейчас вспомню все. Руки да помнят. Людей всех поогуливали. Да блин, даже в замедленном уворачивается. И дома разрушает.
Хорош! Немного осталось. Ну умри уже! Зараза, какой вредный! Гадкий! Неужели? Фух! У второго отряда убийц на инициации была такая же тварь. Блин, да, поначалу, конечно, корявенько еще сражался, а вылечить могу? Как же эта машина управляла всеми бегунами? С помощью Wi-Fi. Ты исполнишь песнь покаяния вместе с... Или Bluetooth. Нужно выяснить, как эта машина подчинила себе бегунов. Погоди, сначала надо облутать. Ты что, глупая? Ничего, я тебя научу. Может, визор подскажет мне, как эта машина управляла... Но людей вроде не убили, их просто ранили всех. Сначала боялся, что я медленно воюю сейчас, накосячу, всех поубивают. Не, их просто ранили, все нормально. Так, написано там, живой, все в порядке, Войнора просто. Ладно. Как же она управляет другими машинами? В чем секрет? Спираль удобства, Стальжок. Показывай. Ну-ка. Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так и я могу? Ну, попробуем. Да ладно. Если это покрутить. Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но... Но что? Теперь, думаю, тебя послала богиня. Что бы Рэш не болтал. Спасибо, Тэп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Тэп хреново озвучит. Это реплика. Что Ой, ты сделала? Нужно как ты его убила? Немедленно. Ну это жесть, блин. Мне все равно, как вы это сделаете. Приступайте. Что он теперь скажет? Скажет, что все равно это Элой виновата. Привезла их сюда. Так, я могу поднять эту хрень? Новый протокол перехвата. Ух ты, сколько интересного. Ну, поднять нельзя. Ладно, будет тут стоять. Вы достигли 9 уровня. У-ху. Как его там, Рэш зовут? Надо с ним поболтать попробовать. Угу. Вот он. Ну-ка, что скажешь? Уйди отсюда. Нам же будет лучше. Хоть спасибо сказал бы. Свинья. Так, а с ним поторговать же можно, да? Желаю удачи. Нет. Береги себя. Бесполезный. Так, там удобство какое-то я поднял. Удобство, обычно удобство это скорость там смены оружия, иногда скорость стрельбы может. Так, я, кстати, инвентарь на таб поставил. Мне кажется, так удобнее. Неудобно каждый раз на I нажимать. Я думал сначала на боковую клавишу мышки, но нельзя. Холера. Так, у нас навыки. 7 очков навыков. Так, надо хорошенько подумать, что мы будем прокачивать. Вау, ездовые машины у нас будут. Это круто. Можно добывать ресурсы, обыскивать тела врагов, не слезая с ездовой машины. Must have. Я хоть еще не ездил, но уверен, это будет супер удобно. Подманивать можно противников. Окей. Бесшумное приземление.
Ох, атака сверху, это я люблю из ассасина. Нажмите левую клавишу, чтобы спрыгнуть вниз и бесшумно устранить небольшую машину или слабого противника, либо нанести большой урон среднему. Шикарно. 2 очка ставим. Так, у меня куча невскрытых сундуков. Коробочка с ресурсами. Ух ты, сколько всего. Нестабильная ловушка со взрывчаткой. Инструмент. Крутяк. Места пока что хватает. Модификации заканчиваются, ну ладно. Если что, то расширю. У меня есть там ресурсы для изготовления расширения. Нужно опробовать это устройство. Посмотрим, что оно умеет. Так, а как им пользоваться? Сохранимся. А, вот торговец. Вот, очень удобно написано. Область применения. Купля-продажа. Продажа предметов за металлические осколки. То есть я ничего сделать не смогу из этого? Вот шкура кабана, например, написано изготовление предметов. А тут чисто продажа. Кто знает, отпишитесь. То есть это все можно просто продавать, это хлам, только на продажу, то есть. Ну пока ладно, не буду. Так, старый костюм мне не нужен, наверное. Пока оставлю, вдруг его можно будет модифицировать как-то. Хотя маловероятно. Ну пока оставлю, посмотрим. Так, и мне надо сходить в пещеру. В руины. Пойдем посмотрим. Тут тем более рядышком как раз. Да, то есть мы ходили там, когда Элой была маленькой. И она не могла кое-где пройти. Я еще тогда говорил об этом. Но теперь Элой выросла, и все поменялось. У нас теперь новые возможности. Ха-ха-ха. Кабанчик. Тренируем моим. Холера. Каждый раз, когда воюю с кабанами в играх, вспоминаю третью готику. Там это была имба. Ладно, того оставим. А вот по кроликам попадать очень тяжело. Лазенка. Белая как кость. Зараза! Где ты? Блин. Ну я не успокоюсь. А, это фазан, то есть индюшка. Их-то легко убивать. Этого мне надолго хватит. Где кролик? Я должен отомстить, убить его. Индюк. Смотри, кролики убежали все. Только пометил, сразу убил. Сочное мясо. Ну что, сигаем. Как, нифига себе, чуть не умер. Офигеть. Смотрите на это лицо. Что-то она сейчас не такая красивая, как раньше. Освещение, что ты делаешь с Элой? О. А, теперь я не могу тут пройти? А, не, могу. Но не так много места, как раньше.
прикольно вернуться сюда же через столько лет. Интересно, какие чувства у Элой? Хотя она, скорее всего, это место много раз посещала. Она же тут росла. Я думаю, что она возвращалась в эту пещеру. Нам просто это не показывали. Вот. Теперь-то мы можем тут пройти. Ха-ха-ха-ха. И что тут у нас? Слушайте, тогда эта штука была закрытая, как бутон, знаете, теперь это как расцветший цветок. Металлический цветок, модель 1, взять. Они остались не от предтеч. Это новая поросль. Офигеть, металлический цветок. Похоже, все, тут больше ничего нету. Но был еще проход там, как минимум один. Сортиты, разойдитесь-ка. Угу. Элой, крушительница. Ломаются только правильные сталактиты, одобренные. Холера, все так же, как и раньше. Но Элой теперь суровая баба, ей теперь не страшны какие-то летучие мыши. Ага. Так, так. Так, куча припасов. Я, кстати, все зелья потратил. А что там за восклицательный знак? Это что такое? Холера. Металлический цветок, модель 1. Очень редкий. Редкий металлический цветок, который высоко ценится у коллекционеров. Наборы цветов можно обменять в меридиане на ценные награды. То есть обмен, да. То, что купля-продажа, возможно, для каких-то миссий потребуется тоже, как тогда этот окуляр надо было отдать. Не пойму, что за восклицательный знак. А, это животных, наверное, приручать, да? Посмотрим. А, это мы просто сверху стоим, да? Понятно. Вот еще проход. О, может попробовать туда? Теперь-то я не маленькая, смогу забраться. Почему ты только сейчас про это сказала? Видимо, думали, что я оттуда пойду. Ага! Какая-то информация. Всему хорошему на свете приходит конец. Доктор Эванс. А, кстати, есть еще обучающее задание, нитимет. И тысячу опыта дадут, нифига себе, сразите машины с помощью электрической нити. Я ж, по-моему, сразил их. Разве нет? А, вот. Всему хорошему на свете приходит конец. Текстовое сообщение. Отправитель директор Эванс. Повреждение данных минимальное. Адресат все сотрудники. Тема. Всему хорошему на свете приходит конец. Всем сотрудникам, вынуждены сообщить вам, что сбылись наши худшие опасения. На участке Уичита произошел прорыв, и менее чем через 24 часа противник достигнет нашей позиции. Как вы понимаете, эвакуационный транспорт недоступен. Если вы хотите покинуть комплекс и попытаться уйти пешком, я не стану вам препятствовать. Замок номер 2 будет разблокирован 21:00 на 15 минут. Удачной дороги. Для тех же из нас, кто не хочет погибнуть под огнем машин, в 22:00 состоится собрание в общей комнате, и медсестра Чана раздаст препараты. Я хочу подчеркнуть, что чрезвычайно горжусь всеми вами, всеми, кто служил на этом посту. Знайте, наши жертвы были не напрасны. Надеюсь, эта мысль вас утешит. На протяжении многих месяцев я подписывала свои сообщения словами «Директор Эванс», но теперь, думаю, можно отбросить эти формальности. С уважением, Эллен.
Так вот что произошло. Машины напали все-таки. Прорыв. Так, почему тогда они говорили, что машины только недавно стали себя вести так странно? Ладно. Поживем, поиграем, увидим. Как говорится в играх. Это интересно. Экстремально интересно, я бы сказал. У меня уже много вещей. Все забито. Топливный это элемент. Вроде топливного элемента. Интересно, от чего он? Древний арсенал. Топливный элемент. Так, записная книжка. Где это у нас? Особые предметы. Аккумулятор, разработанный для армейского глазомка середины 21 века. Вау. Задание можно выполнить. Выбрать активное. Давай. Найдите применение топливному элементу. Внутри одной из построек предтеч хранится древний комплект доспехов, но его никак не достать. Вот, вот оно. Опыта нифига себе сколько дают. Уровень. Мне рано это выполнять. Блин, битроник. Я мог это выполнить еще не скоро. Ладно, спасибо, что сказал. 25 уровень. Это, по идее, я должен в середине игры это выполнять. Так что пока что мы оставим это задание. Видимо, я должен был сюда потом как-то позже попасть и увидеть это задание. Вот, подсумок для зелий. Улучшаем. И ловушек тоже улучшим. Первое улучшение, оно дешевое. Блин, ну круто, конечно, интересная информация это узнавать, что произошло, обожаю. Ага, еще проход. Блин, сколько всего набрал. С ума сойти. Выломать дверь? Нифига себе. Крутяк. Так, тут вроде ничего интересного нету. Ну, этих мы всех тогда изучали, когда Элли была маленькая. Так, ну получается все. Все мы тут осмотрели. А, это же самое место, просто там глубже, да? Вот оно чё. Крутяк. Блин, интересная игра. Реально прям супер интересная. Так, сделаем. Вот два задания теперь висят. Как-то я не заметил, что у нас есть обучающее. Нитимёт. И надо коня оседлать. Как раз вечернее занятие. Тут конники недалеко. Сейчас мы их оседлаем. Так, я слышу. Топот копыт. Бегуны. Можно опробовать на них перехватчик. Надо к ним подкрасться. Не хватало только, чтобы они меня затоптали с перепугу.
Так. А, не, это подозвать. Это подозвать. Рискнем. Нифига себе, в рот прямо запихнуло. Все? Сработало. Он спокоен. Я его укротила. Кажется, на него можно сесть верхом. Так, теперь Кахею подключаем. Или Цахэ, как она называется. Вот так. Молодец. Вот это другое дело. Блин, теперь мне это аватар напоминает. Не, ну круто, круто. Вот она, плотва. Плотва, мы вновь едины. Но! Только два хвоста. Я могу собирать лут. Не понял. Мы же друзья теперь. Не нравится ему, что я седлал? Тому подобного. Холера чуть не огуляла меня. И воюет еще. Зараза. Так, кто здесь мой, кто не мой? Вот это мой. Какой резвый. Лучше, чем пешком. Че-то он крочёный какой-то стал. Так, облутать. Надо опробовать перехватчик на других машинах. Не на всякую, наверное, можно залезть, но я найду им применение. Очень удобно, что можно лутать, но немножко читерно. Славно, славно. А то как без коня? Не дело. Прям анимации добавили, как это собирает. Круто. Так, и я хотел еще глянуть. Глянуть хотел. Вот здесь вот проход какой-то очень интересный. Поскакали, посмотрим, какая скорость. Или он подкороченный, уже не так быстро будет. Не, нормально, прет. Еще хоть куды. Давай. Рыскарь, кто-то его гулял тут. Давай. Пошла плотва. Я готов. Я должна быть готова. Завалил, нифига себе. На поворотах сильно тормозит, получается. Привыкнуть надо к управлению. Ух ты, смотри, анимация прыжка прямо так. Неплохо. Мне нравится. А, от мышки вообще не зависит, Раст понятно. Я всегда говорил, упрямство. Именно упрямство не дает тебе погибнуть. Это не здесь было. А где я тогда видел проход? Или вот здесь-то это было? А вода им типа не мешает, да? У них, видимо, как это называется, IP67. Защита от брызг. Да, это, наверное, здесь. Это здесь. Так, коняшка, отойди-ка. Так, он и всегда моим будет? Или постоит и уйдет? Вот, проверим. Вот, что это такое? Это ничего, блин. Я столько ехал, думал, тут пещера какая-то крутая. Это обманка. Жизнь суровая штука. На этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи.